Поэтому такое. Так, книжный забег, господа. На этот раз мы побеждаем. Просто вот они так нравятся на этот огнемет, потому что многие игроки на огнемете постоянно его берут, а брать его нужно только иногда. Ну, типа, надо больше щитом танковать, чем огнеметом жечь. Ну да, нет, я опсу говорю, знаешь, про что? Что альтернатив нету больших, по большому счету, у этого, у дварфа, железолома конкретно. Пистолетики. Горизонт с пистолета. Да-да, учебная. Ну, может быть. Я когда это говорю, у меня такой кринж просто был. Я с пятой попытки смог это только нормально сказать. Что именно? Сборка ДД учебная. Он просто ржать начинал. А где Орда? Мы дошли до места, когда Орда, а у меня уже половина боеприпасов. Вот рекулируем. А у меня Монка въехала. Самая первая, которую я жёг. Сзади волна. Сидис, давай-ка. Аккуратнее, они сейчас окружат нас. Аккуратнее. Они уже близко к тому, чтобы нас окружить. Ну всё, выходить пора. О, Настя играю. Сколько ассасинов сразу? Это как будто как на этом, на... Превратностях, просто сразу куча ассасинов одновременно. Сзади. Блин, сзади. Одного ассасина я убил, газа убил. Зачем ассасина эта монка убил? Всегда в меня въезжает? Ассасинов убил. Все разделяют одну и ту же мысль, Аикс. Why me? Да, я все равно попал. О, пошел. Как ты мог попасть в гнома? Я же мелкий. Я не знаю, как я попал. Я стоял и целился секунд 5 и все равно попал. Секунд 5 целился в гнома. Нет, все равно попал. С чела, который за тобой был. Ладненько. Где Аминиш? А. Боже, какой потрясающий баф. Плюс 10 скорость. Как же его не хватало. Меня преследует хук. Бать, ты его убил с километра. Упсал, можем даже не спускаться, мы все равно на вот эту лестницу вернемся. Я хочу пострелять. Ай. Упс. Я постреляли. Это месть. Фьорды редкие. Это не Unslow. Не, мы просто быстро убиваем. Не, все включено. Все полностью, видите. Полностью. Не знаю, нас окружили. Дал ульту. Сиенин накидал. Аккуратней, гном. Ульта закончилась, можно уходить. Ой. Ай, мелкая крыша. Из дырочки. Сзади бегут мало. Мало показали. Бербаночки обосрался. Ой. Блади Хелл, Сиена. Кровавый ад. Ну так. Снизу две гранаты. Я не смогу убить его. Что значит ретрит? Чё там помешало мне? Убил. Он там, кстати, вторую гранату получил. Вау. Неплохая, да. Соло-йола.
Еще волна. Волна. Давайте далеко от моста не отходить. Нам все равно придется. Там хилки есть внизу. Мы не успеем уже добежать до них. Ну ходим вообще назад, там все подогрено. Три спин. Нет. Хочу, что это патруль, давайте-ка дальше назад. Даю сияние силу. Я уже. Объявляйте такое. Так, хил нужен будет. Ну, потом, на следующей орде. Еще один газовщик. Это что такое за эти, за фланговые маневры? Ура, спасибо. Спасибо, ура, спасибо. Убирать хилку. Внимание, этот габадир. Минус. Газ сред. Подагрите, там довольно большое число интересных личностей. Блин. Слава богу. Хорош. Просто какой же он тайминг идеальный выбрал для каста, когда я как раз агрю здесь. Сзади. У меня патроны кончились, дай патроны. Блин, патроны. Вниз надо. Все, полетели. Убил! С пистолетика! Я в него просто шмальнул разок. Даю силу магу. Маг, давай. Нет, не мне, он. Ты был мне. А, тебе. Да-да, ты стыгерий. У тебя щит начинает работать под силой. Бам, начинаю хилить. Казалось, что... Этот пистолетик засейвил, конечно, сейчас с рапиры. Да, хорошо было. Ты все полутон патроны полутал? Вроде полутоны. Полутоны. Ох, неплохо. Все полутоны. Много снизу штурмачей, много снизу штурмачей. Кайф. Ассасин. Покоцанный на один выстрел. Убил. Блин, ХВшка. Не попал. Блять. Вот, судя. Сзади. Не, они не дали. Давайте вниз. Там щитовики вылезли. Осторожней, мега. Давайте здесь отобьемся. Сзади монахи, сзади сирена, сзади сирена. Да его жду. Торнадо крутится, крутится. Шрите бутылки и прочую всю хуйню. Все удаю. Хук. Да блин. Я сейчас буду летать. Да, блин, а, его засосало. Опасная трясина засосала. Да нет, меня тоже засосет собака. Она взяла и разрослась просто. Кто тебя бьет? Нет, ну блин! Гребаная тварь, сука! Эх, Хопсова не убил ты, Блайтай, вот что с нами случилось. Назад возвращайся. Вот назад, да. Мега, ты опять агришь слишком далеко, я сейчас заагрю босса. Я бы с удовольствием бы...
Сзади. Да. Гусь меня не догонит. Если догонит, то не ударит. А если ударит, то тут не больно. Я появился. Ну и суть потому, что нормально. Не заагрился босс, патруль, скорее всего. Найс. На ровном месте. Я думал, он один. А он не один. А их два, да. Двойной штурмокрыс. Опсов, давай хилку. А, все, выдал. Отлично. Это штраф за то, что не убил Блайта. Отдача хилки. Троны есть. Get out of here. Как же он мансит во все стороны, боже. Я думал, он мертвый. Я подниму. Слишком далеко. Поднял. Ай. Сорян. Патруля не слышно. Вот на бесконечной пули бить. Мы же убили патруль вроде, не? Вначале. Или не? Нет, это я сказал, что я думаю, что это патруль. Виктор, даю хил. А вдруг это был патруль? Не-не-не. Мы его просто не заметили. Ну, скажем так, здесь было тяжело пропустить патруль, поэтому если был патруль, значит мы его убили. Впереди ассасин. Я вижу, будет на меня прыгать. Или на ма... Убил. Филин. Силу даю. Здесь мага. Да, могу дал. Ассасин. Он бомба стрельнул. Двое газовщиков. У меня уже в глазах ребит от элиты, если честно. О, ключик. О, реген. Ключик пригодится. Еще томик надо сходить. Поушен. Забирай. Я хочу быть вместе. Чек на внизу. Нет! Пусто. Да. Пусто. Давайте здесь переждем волну. Давайте, тем более, что вот она начинается уже. Такое себе место, конечно. Сзади лезет немного. Мы здесь много раз пережидали. Да. Они, конечно, сзади тоже могут идти. Ну я чекаю. Анашки. Пак там, аккуратнее. В крайнем случае буду отдавать ульту. Там два губадира и пулемет. Сзади. Есть немного. Совсем будет прыгать. Так, раздаю силу. Здесь магу. Не дал кинуть. Не дать. Второму дал, их там двое было. Нормально. Ну там пулемет всех убивает. Ау. Все нормально, идем. Мы, кстати, ключ взяли? Да. Ага. Так, здесь эмбинты. Витя уже здесь оказался, лол. Две хилки. Одну возьму. Хилку забираю. Обмен. Ладно, хилку надо дать нашему. Почему эти уроды, когда толкают, прицел сбивают? А здесь встречать стараться. Плохое место, тут слева спрыгивали. Все справа. Пока убил. Вот эта тварь конченая. Витя, сзади. Блин, меня сейчас за... Гнал, мужик. Вот там, Витя, хорошо. Он издевается. Дотянулся до него. Монки! Один.
Чисто турель. Я убиваю элиту, и он убивает волну, не подпускает. Еще и хилимся все стоим. Ну, команда взаимодействия, а полная. И газовщик. Поспрыгиваем. Оно не сгорит. Да ладно. Там была хилка. Я возьму. Пулемет. Просто с ума сойду, если меня это сейчас толкнут. Дай волю. Дай волю. Я дал волю Гриму. Большая вероятность босса. Бомбы нет? А нет, есть. Скидываем. Есть одна бомба. Есть пару пушей. Ульты. Надо подождать волны, не идите. Ладно, ждем, ждем назад. А вот волна. Да, серьезно? Я поставил блок, они просто инстапичку мне впилили. Это такой бред. Дал ульту. Что, мы будем идти в то говно или нет? Там вроде прикольно. Можно попытаться, просто я встался здесь. Сзади. Давай, Сиена, к нам. Сзади, блядь, они рисуются там, если неправильно стоять. Монахи. Все, агрим? Да. Ну, если он здесь, то агрим. Бежит еще куча чертыка говна. Промазал. Попал. Ну, скорее всего, он будет в пещере. А еще газ сзади. Виктор, давай газа. Забирай. И два тут. Тем более. Попробуем подагрить. Ассасин где-то аккуратно. У хилка. Большая слева. Я заберу. Опять орда. На мосту. На мосте. На мосте. Активность дробовика. Сверху еще один. Я разогретый. Так, все, удаю магу. Давай. Куман. Он. Немет. Немет. Он. Смотришь в одну сторону 20 FPS, смотришь в другую 60. Страшно смотреть. Сзади немного поползло. Так, ладно, тут тоже. Где спать, сзади? Да, непривычное затишье. Спашильное. Нормально. У меня звук забагал с орды. Бегут. Бегут. Бегу. Очень забагался получился, а? Чё? Вот и вот и спешл. Бегут, бегут. А чё они не кончаются? Ну, господи, по крайней мере у нас есть этот реген. Ультимативное да. Оружие со стейном. И редакшн на 10%. Да.
Ну, а чего он на меня останавливается? Это не было, звук забагался. Это не орда, это звук забагался просто. Не, сейчас прям орда. Стим спереди. Бля, я тебя же любил. Ну, оверхэд. Нет, у тебя нет оверхэд. Даю. Гранату. Вау, это вообще сейф божественный просто, спасибо. Я хиляюсь, прикройте меня. Возвращаюсь на фронтлайн. Да, оверхэд вообще был мерзотный. Максимально. Трубовик решил, что не нужно перезаряжаться, вот когда у меня 0 патронов. Ходу дела, это... болезнь хуевого ФПСа. Фуф. Набирайте. Вытащили. Да, сейф был... от бога. Тут, в принципе... гранаточка. Скорость. Все заряженные. Да, все заряженные. Сзади преследует хук. Хрен с ним. И спереди тоже, кстати. Их два. Прыгиваем. Успел, господи! Она из его трупа вылетела, я отвечаю. Там еще один. Либо это тот же. Вау. Спасибо. Не пора ли сожрать баночку? Да, пора. Я пью. Сдаю магу. Витя, на голову сейчас насыпет. Сзади. Да, сзади, сзади много. Раздаю кому-то. Не раздал. А, где-то. Ассасин газ кидает. Газ перестанет ассасин... кидать. Ассасин кидает газ, это серьезно. Это уже совсем жесть. Грызут... Эмон. Ассасин кидает газ. Хаус Вориор хукает. Да, этого парня так просто из его объятий не вырваться, это уж точно. Так, у нас сейчас будет... Типа, там было так. Я сначала сказал ассасин, а потом сказал, что кидает газ. Так, здесь надо будет два босса, ну или босс один, я не знаю, нам надо. Нет, блять, опять этот сраный баг. Когда у меня не перезаряжается дробовик из-за первого ФПС. Никак я по нему попал, блять. Сейчас игра не так. Газовый. Силу даю магу. Давай. Нгую. Убил. Там пак есть. Фук. Пау. Ему похер на дробовик. Убил. Хорош. Теперь паки это мой криптонит, который я не доджу. Вот так. Ооо. Тварь. Да ты умри, мразь, пожалуйста. Давай, сделаю это так. Так, мы спрыгиваем. Да как же хилки? Там ничего не помещается. Думаешь, там есть хилки? Да, а чё пак рофлит? Хук стоит. Нет там ничего. Он бочку поджёг, больше там ничего нету. Надо убивать воинов хаус. Я был хвшки. Нихера себе, чё он делает? Босс. Где? Колдун. Убил. Еще один. Убил. Ты босса убил, что ли, или чё? А, он его скинул вниз. Он замолчал просто. Не-не-не. Хорош. Парни, он не залезет. У вас один босс или два? Один тролль. Продолжай в том же духе, я не знаю, как ты это делаешь. Трой такой хулиган.
Держи это. Ты че, его скидываешь? Да, да, да. Колдун! Блин, ну почему? Почему? Мне пришлось на один ярус спрыгнуть, господа. Слушайте, я спрыгиваю тоже. Я было неплохо. Время. О! Да, да, прицел расширился. О! Это было красиво! Красиво. Даю силу, держи. Чё, ага. Заберешь. Хилку дал. Спасибо. Сверху, 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 сверху. Вот я его пинганул. Походу не забрать. Нормально забрал. Бадьер. Вот опять тут. Да твой. Берса танкую. Да кошмар какой-то вообще. Вот я силу хотел дать. Тов нет, КП нет. А мы заберстили, да, тролля чуть-чуть как-то? Да-да-да, я заберстил его. Хорош. Блин, на звук. Конечно, нам повезло, господи. Так, они... подождите, я звук выключу. 10 тысяч боссов. Заел этот звук орды. С стороны ничего не слышно. Звук это зло в этой игре. А здесь походу всегда через верх. Да не, она просто так попадается, забей. А скриптованное говно, это Unslaught Plus. Скрипты одни, блин. Чёртовы скрипты, ненавижу. Галс кидает. Чё-то их многовато, надо бы немножко назад. Думаю, вот эту волну убьем и вниз прыгиваем. Сзади газ, слышу. Кинул, нет, не кинул, успел убить. У газ еще спереди один пинганул. А, вот он там стоит, блин, рофлит. Понял. Так, я убиваю все, кроме КВшки, потому что стреляю вам. Не вижу. На краешке своего стелса, блин, его забрал. Давайте спрыгиваем быстрее. Там газ стоит в камнях сзади. Пуайт. Вот он, да? Вот где-то, по-моему, стоял. Или что с ним? Нет, нет. Не успел добежать. Даю силу. На усмотрение мага. Где-то газ над головой у нас. Вон он. Пошел газ. И хук вперед, впереди идет. Комп осторожней. Вон он. Ни хрена не вижу. Газ летит. Бан. Ему никак. Это я взорвал его. А этого я убил. Это мило с твоей стороны. Не знаю. Да, парили эти газы. Мне нужно немного патронов. Мазерян. Следующий твой. Он кинул. Скотопаса. Крубер, ты один. Ты один, Крубер. Угу. Крубер уходит обратно. Эти прыжки меня просто вот... Я не могу, меня он прямо уже... Глаз дергается от этих прыжков. Блин. Этих берсачей. Тоже конец. Надо идти. Сзади газ. С мобами. Еще один газ. Пять колбан. Блядь! Конечно! Конечно, вы уже на голове у меня, блядь! Еще один блайт сзади. Блять. Да как, блять, я ж в блоке стою, алло, блять, игра, прекращай. Что-то они не перестают, я не знаю, идти. Гнома, гнома, спасти. Миллиард щитовиков. Я силу, а, не силу. Йо. Коцанный палач, коцанный на удар. Ну, ты его дезинтегрировал.
Да. Ассасин где-то летает. Все, давайте идем быстрее. Со всех сторон здесь идут. Надо прибавить темп. Опять орда. Что за хрень? Спрыгиваем. Я думаю, спрыгиваем. Ну, по крайней мере, это хаоты, народ. На самом деле, это лучше, чем если бы нас сейчас гнобили бы монки. Много лечей. Огнеметчик далеко. Не должен умереть. Да, в этот раз желательно не умри. У меня прицел разведен на максимум. Блять, колдун очень далеко. Походу все лет, Дим? Убил! Хорош. Просто в них... Я просто кидал, блин, в сторону этих штук, я не видел вообще. Иду по приборам. Стигмар. Хорош. Бои. В берселке. Входим в блок. За мной прыгал. Именно конкретно вот тот. Еще один кастер. Точно. Даю контроль. Стелс. ДПС. Он даже не прогружается у меня, текстурки. А, это нагретый был, блин. Блять, двойной колдун. Я ничего не вижу. Одного убил, второго я не вижу. О, нам посылка, блин. Блин, меня огнеметчик сдвинул, ну ладно. Не, без звуков вообще так неинтересно играть. Поставь звук орды. Так нету, она постоянно. Народ, берите хилку. Я музыку отключил. А звук-то не надо. Поставив музычку из Doom. Я возьму скорость. Этот. Из-за этого дождя просто ничего не видно. Тут патроны бесконечные. Значит, будем защищаться. Ну нам и так и хватает. И чё, хилка есть? Я беру. Ну ты издеваешься. Да, он очень далеко. Сделал. Да, бесконечные патроны, хорошо. Ну, давайте здесь встречать. Встал. И этот... Что с ним происходит? Они не понимают. Я ему даблшот. Я ему делаю даблшот, поэтому он такой... Я думаю, надо ломать, я займу. А, нет, вон они. А вот и монахи, черт возьми. Так было хорошо без них. Может, они тоже чередуются? Ну, возможно. Хотя не уверен. Были он, мы шли, только монахи и были. Без каких-либо хаотов. А вот очень редко, в том с Кевина. Это что, это орда или что за фигня? Это была орда, да. Еще орда бежит. Назад? Так как их три. А, ну вот, без звуков-то такие играется, блин. Да я по себя без звука играю. Там пак, по-моему. Да, 100%. Че, двигаем? Сзади. Убил. Так, в этот раз постараемся не разделяться, то нас в тот раз убили, потому что... Ну а где будем обороняться? Мы здесь вот втроем были, так что... Надо в проходике в этом как-то... Ну и сзади. Блин, очень опасен. Блять! Ну, вот здесь вот надо. Вот здесь надо, короче, нам от вас стендить. Да пожалуйста, поменяйся. Спасибо. Я на разведку. Идет. Много, бля. Там хаосвар. Вышки. Он наверх залез. Специально к тебе. Еще делись силы. Пассасин где-то. Волна сзади бежит, сзади. Силу даю, могу. Сзади мало бежит. Там хук. Оо, отлично. Нет,
Да блин, я поставил, блин, просто минус все хп на ровном месте. Парни, сзади у меня проблемы. Даю. Круберу, наверное, дал. Не, мне дал. Блин. Пытаюсь поднять, у меня очень мало. Поднял. Прям пить силу, маг. Надо пить, и, да. Давай. Раздал не мне, но это хорошо, хоть стагер будет. Тебя. Даю стелс. Сзади. Перематываюсь. Какое же это сложное место, да пипец. Ну здесь некуда идти. Впереди, да, не лучше, идем, все. Стояли, идем дальше. Тут силой накакано, возьмите. Наверху. Силу я заберу. Это фига, у меня скорость пока остается. Не, ну прогресс есть. Иди, от неживой. Дед, но ты лайф. Волна пошла. Думаю, здесь тогда встречаем вот на этой. Да. Нет, пожалуйста, как они задолбали, отдайте пострелять. Они только вылазят уже сразу атакуют, что за хрень? Лободир где-то. Хук. Окружают. Успел? А, взорвался. Такой бред, что... Поднимаю, пока у меня хука нет! Хорошо, не задолжил. Чё так тяжело? Гадин. Так, хилюсь. Успел. Меня не пускают, запустите! Почти прошел, еще немного. Спасибо. Просто пиздец какой-то. Как же нас это отпушивают назад, да? Какой-то кошмар. На пулеметчик. Два. Крубер спецназ. Еще один пулемет. Все, спрыгиваем. Просто минус все, минус все хилки, минус все зелья. Жесть. Жесткие говно. Сейчас будет патруль где-то. Естественно, будет хаос, думаю. Сейчас должны колдуны быть и газы. Козы. Убил одного, который кинул. Надо рядом. Сзади вас. Они по одному идут просто. Блин, гребаная вода. Гребаное отсутствие ФПС. ФПС, кстати, да, тоже еще что-то садится. Па где-то. КВшка. Колдун. Не попал. И скорее всего я убил его раньше. Убил. Ассасина тоже убью, по идее. Два. Входим отсюда. Ладно, давайте пушим. Точнее, доджим и идем. Куда мы должны дойти, в конце концов. Можно отбиться. В принципе, да, наверное. Аккуратно, тут с другой стороны к нам бегут многовато. Силу даю нашему магу. Блин, нет, не убил, не подамажить. Это патруль. Это похоже на патруль очень сильно. Походу, гонор катить. Ты задолбали, как мне... Задолбал, это конченая мелочь собачья, а? Блять, колдун, пиздец. Как дотянулся, а? А мне сейчас огнеметчик хороший.
как же меня задолбали эти... Эта волна, которой просто капец как мешает. Там еще один огнеметчик. Рядом, парни, рядом, пожалуйста. Ассасины где-то там. Ассасины сиены. На меху, наверное, ползает. Да. Отлично. Там еще хук идет у гнома. Да. Он пометил. Он к вам пошел. Блядская вода, вообще ходить невозможно просто. Неужели мы это... Вон она пошла. Так. И сзади. Со всех сторон надо брать, вот сюда вставить, да. Главное не творить херню. В принципе, у нас еще есть этот sustain. Продержимся. Крубер там один. Да, к вам тоже. Прорвался Крубер. Так. Делишь пак? Неслышимый пак. Двигаем дальше, двигаем, двигаем, двигаем. Еще орда идет. Синтов, по-моему. У меня патроны еще кончились. Колонна. Бери, бери, бери. Я его не вижу. Ух. Да блять, переключи, ебаное оружие, тупой уебок. Я хиляю, мегу. Значит, потом времени не будет. А тут все-таки надо должна быть на дереве. И надо, да, сломать орды. Все сломаются вообще. Нам придется ждать на последнем ивенте. Нет, это не волна, это какие-то челы. Ай. Двигаем вот по этой, вдоль края вот этого вот. Ну, уже много, не получается. Много челов. Уже назад. Не попал. Я Блайд. Вижу этого чела. Бадир. Ассасин. Я его не убью. Переагриваю на себя переагриваю. Да, все, прорвался, наверное. Что, убьешь его? Да, убил уже. Там с нашего респа, с респа идут. С респа идут, да. Я вот так долго бил, пришел Ситис и просто шотнул. Ну, но... интересно, когда мы сдвинемся вперед, просто вот вообще конца края этому не видно. Сдвигаемся вперед. Мы уже подагрили всех, кого только можно было подагрить. Да блядь! Сука, ебаные ездильщики, как вы заебали! Просто, блядь, и выйдет мои выстрелы и бьет меня. Слишком далеко. Мега. Перезарядись, сука, блядь. Идем. Могу, блядь, в этом болоте, блядь, еле плетусь. Даже здесь скорость и бега. Беги! Уже. Все, у меня перезарядка есть. Ну, мы все болото зачистили, поздравляем. Ну, там справа зелье есть. Не хочется сюда идти, на самом деле. Зелье мы нафармим. Охуеть, как он медленно, блядь, достает оружие. Это просто ёбнуться можно. Газ. Лечь. Орда. Волна пошла. Орда. Давайте здесь. Так, пока мы здесь отбиваемся в нормальном месте впервые. Там Хаосвар бежит. Нет, надо, не надо туда забиваться. Я скинули. Меня отрезало. Проходите сквозь газ, проходи сквозь газ. Дал ульту. Оверхед не получить, да? О, мне повезло. Повезло, да. Какой план у нас? Мы ждем всех боссов, потом только бубон разрушаем, правильно? Да, да, да. А можно, конечно, и зарашить? Нет, мы не будем рисковать. Ай.
Волна, 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 аккуратно. Блять, сейчас сожрут меня. Меня отрезал. Так, там где-то. Пака убили. Ран! Хилки забирайте. Фаст. У меня же пальцы на правой руке уже занемели. Все, идем. Патроны бесконечные, кста. Вот здесь бы зелье уже. Выйди и зайди нормальным, мега. Че, здесь стоим? Вот да, да. Они, да. Они по времени, да? Да, по-моему, по времени. Окей. Ну, опция, во всяком случае, говорил, что... Но лучше времени. Не агрить. Там бубонные орды, если. Бубонные орды. Может, нам дают отдохнуть, если мы не пройдем чуть вперед, как думаете? Че, мы отдыхаем или... Да, давайте отдохнем, пальцы разомнем. Все, я пошел. О! Блин, дай зелье. Дай зелье. Да. А вот и орда пошла. Да. Орда. Сзади идет. Красава-огр. Снизу. Внизу красава-огр. Аккуратнее. О. Он что-то там не делает. Нет. О. Он шотный. Я его, блядь, двух ульт убил. Ну, у них мало ХП, но их много, типа, да. Продолжаем ждать. Go next. Полутаем патриков чутка. Мне подсказывает, какая-то подлянка еще будет после бубонов. Не, не будет. Ай. Ты так с надеждой говоришь, типа, не, не будет? А я на слава просто плюс проходил эту карту. Без дослышан. А, да, окей. Лич где-то. Они точно не после бубонов спавнятся? Да точно, точно. Мы стояли, дефались тут как психи. Ну, в принципе, это было, когда ты... Не, это... у нас тогда было гораздо сложнее. Мы, типа, зачищали все говно, что к нам прибежало, типа. Мы очень долго тут стояли, мы постоянно убивали. То есть у нас там все было гораздо хуже, чем сейчас. Ну, а если это не так, если это именно с бубонами было связано, сколько мы тогда ждем здесь? О, минус ульта. Ждем, пока ульта. Во. О, да, а да. Вот и он. Креветыч. Дал силу. Я упиваюсь. Как раз, как раз зелье. Креветыч снизу. Опять там же. Снизу не забрал. Так, парни, аккуратно. Помогите немного, он мертвый уже. Я его убью. Добить его. Все. Куча мулеров. Ассасин где-то. Ассасин. Блин, сзади. Хорошо, что меня слабый чел долбанул. А не, блин, палач. Да, привет. Мне хорошая новость, сейчас будет еще одна сила. Ну, как раз пока до силы дают. Ну да. Я побежал. Можешь не бежать во время волны, чтобы пока, типа, я ее деф, то есть вы ее дефали. Так ты уверен, что, по-моему, три босса, не? Три. Не, два. Я, по-моему, три. Два было. А. Я помню, два было. Да, держи. Ну, давайте подстоим, подождем тайминг. Если не будет. Что-то рисковать не хочется. Я согласен. А, блин, не видите, ну, он просто прошел бочком, посмотрел на меня. Не, ладно, плохо помню. Креветочек. Блин, они здесь не бесконечны, нет? Он сквозь меня пошел, блин. Блин, ты зачем сейчас, может, ты его впечатал? Ну да. Ну все, надо идти.
Кто идет? Я идти буду. Конечно же, я же баунтик. Нет! О, палач, ты такой гад. Окей. Че, мы тогда здесь это... Чилим. Фармим, чилим, да. Кружочки. Первому смертничку приготовиться. Так, ну все, там все, блин, мобы за вики пошли. Он к нам отходит. Спец. Да, вон сзади. Я думаю, босс не появляется. Не возвращаться просто. Или нет? Наверное, да. Хотя ладно. Возвращаться? Я уже не смогу. Тогда зачем спрашиваешь? По твоему усмотрению. Короче, наша задача здесь, народ, прям максимально чистить. Так все, там мы, Витя. Я сейчас умру. Я умер. А, босс. Блять, они таких, их больше, чем три. Походу дела они либо по времени, либо за бубоны. Вон он. Делать? Пускай он снизу танцует. Там, короче, много прибежит, парни. Надо, чтобы кто-то один слабенький. Забейте, пускай он снизу реально танцует. Убивайте волну. Он прибежал, аккуратно. Гном должен будет меня поднять, наверное. Да, но если я подниму тебя в аду, ты умрешь. Да. Убивайте, короче, Крубер катит. Я появился. Тебе надо по кругу катить, ты не сможешь тут это сейчас. Ну, я могу через бубоны налево пройти, пойди должен. Да. Так, скорее всего, вам придется меня уже поднимать. Плохие размены. Не, я еще жив. Я еще жив. Хорошо. Дайте мне ретогра. Глобадир где-то. Здесь есть фанатики. Сзади фанаш. Все, даю, даю. Блять, пулеметчик сейчас все испортит. Ну. Охренеть. Я не попал. ГГ, я тоже сдох. Кайтик. Уже. Опсо можно поднять. Я умер уже. Блять. Нас потом... Почти мертвый этот, как его? Все нормально, все нормально. Сейчас прокатит. Сейчас подниму. Появился? Да, появился. Хера он заивейдил. Веду. Давай, давай. А там, тут можно пролезть, ничего себе? Я думал, нельзя. Я думал, нельзя, пока не сломаешь бубон. Босс который... идет, босс идет. Меня поднимает, не поднимет. Босс почти мертвый. Ситис, улетани в него. Еще один. Или мне послышалось? Походу да. По времени, да. По времени, походу. Как ежи, сколько-то там. И они чисто слабенькие. Еще крысоогр. Да. Меня не пускают. Держи. Спасибо. Газ кинули. А! Только не сюда! Какой нахер штурмокрыс? Беги, что он здесь забыл? Ты рофлишь! Меня просто спецы задушили. Какой нахер здесь штурмокрыс стоял просто? Меня зажали. Так, мега хиляйся. Блять. You must not die, dwarf. Слышишь? Маста, конечно, маст. Давай, давай, давай. Пожалуйста, не, ну только не закидывание за спину. Так нечестно. Поднял. Сиена, живи. Нормально. Сиена, главное, живи. Я подниму, не поднимай. Сиена. Ладно, я не подниму, но ты живи, все равно. Я сейчас забайчу. А, не забайчу. Я подниму. Я наверх пошел бобоны взрывать, ну нахрен.
давай. Сколько я взорву, сдох. Сколько взорву. Я там тоже, скорее всего, сдохну, потому что слишком много мобов. Сзади гном! Так, я иду через первый бубон, дыпаю эту информацию. Я не уверен, что получится. У него получилось. Крестовер на мне. Я появился. Он, я пошел резко. Я пытаюсь развалить. Бей его. Не, давай, давай, давай. Наверное, погнать. Я наживи ради всего святого. Ну или убейся, точнее. Не только выживи, но и убейся. Да. Все, газы убили. Вот больше монахов. Стреляешь. Так, ну чё, Анчейн тогда делает свои фейнеры? Мы засустейнились, нормально, вроде сустейн пошел. Нет! Бля, но может быть останутся. Один босс за каждый бубон, типа, да? Фиг его знает. Мне кажется, по времени. Не, место хорошее, но я тут что-то начал их чем-то цепом лупить. Хотя можно было по тактике. Если мне опять сюда дадут пройти, сожгу всех. Но лучше бубоны убить, конечно. Но у меня, мы сейчас не идем на бубоны. На меня, блин, меня нет. Ой, извините. Не хотят убивать. Умри, пожалуйста. Умри, чертова мразь. Да все, я умер уже. Да и не тебе. Это как в Готике. Умри, грязная тварь. Газ где? Вижу. Не попал ни разу. Попал. Все, умер. Там пару щитовиков и очень много, нам. Очень много элиты. Прям пипец. Элиты супер дохрена. Я отхожу назад. Я пожалею об этом выборе, но у меня нет выбора. А кому проще? Наверное, Вите проще все-таки идти разбивать. Я думаю, да. Потому что мне сложно, мне замахиваться. У него есть пистолетик, который блок не снимает. Я пошел тогда. Бесты пошли, вот мы на этом похоронку отставили. Да, тогда вместе держимся. Мы на бестах похоронку ставили, я помню. Блять, палочник. Убил. Хорош. Мои патроны кончились. Сзади. Я иду брать патроны. Этого палочника я не убил. Не факт, что вообще хоть кто-нибудь убьет палочника сразу. Чё? Я прям голову стрельнул. Блин. А, меня да достали! Как? Я думал, я тут неуязвим, господи. Ко мне подошел чел. Всё, моя очередь умирать. Да. Господа, дальше... Меня просто, блядь, скинули вниз, ёбаное говно. Не, надо все идти, рашить это. Очень сильно похоронно. Вы пока что втроем. О-о-о! Да, блядь, тупые тычки залетели. Палочники, чё, блядь? Чё это было, нахуй? Похоже на рип-сценарио. Там справа есть сейф спот над входом в эту фигню. Go сюда, да. Как же плохо. Да. Да, это по бубонам они вылазят. Как же больно. Вау, мне просто чаржер. Пожалуйста, живите, блядь. Ментально. Вас двое осталось. Два чека. А я как бы... Нет. Прессабл. А, можно, да? Только я не могу тут пройти, да, вот, знаешь? Да, вот, надо попробовать. Значит, три пара. Пожалуйста, слышь, иди сюда. А их попробуй вернуться. Попробуй вернуться. Там два хука, у него еще один хук. Там два хука. Нахер.
Один хук. Нихера себе, тут спаун хуков. У меня патроны кончились. Сразу кидай бомбу. О, все живы, что? Unchained сделал работу. Ну это еще не конец. Жесть, только начинается, не опять не отъехать. Там очень много паков было. Даю силу. Ассасины. Газ где-то сзади. Ассасин летит. Я получил, блядь, месяц. Поднимаю, поднял. Прорвался. По времени. Кукольца. Все-таки по времени. Просто по времени и по бубонам одновременно. Может быть. Убьете? Пытаюсь. Если что. А я пойду с бубона сбивать. Да блин, я поставил блок, а игра. Вообще мертвый. Сидис, он тебе на ульту. Я понимаю, за мной еще, правда, Пакуман бежит. Ну все, меня сейчас сожрут. Да. Нет. Да, нет. Пожалуйста, живой, Пак. Пак! Найди работу. Пак убили. Живи, живи каким-то образом. Еще один. Нет, последний бубон. Нет, там их еще два вроде. Или это багнутый. Поднял. А, да, еще один у нас прямо на входе. Пиздец, меня просто расшвыряло в огнемет. Спасибо. Не, меня огнемет разъебал, это пиздец. Охереть. Ну почти. А где бубоны? Последний уже. Гном, живи, пожалуйста. Последний-то где? Ну вон там на центре и один. Блин, один. Нет, ты последний не собьешь. Ну там в закутке. Так что лучше попробуй прожить, отвести отсюда мобов. Мега меня поднимет, и я приду собью. 62 минуты. У него КД на банке, он еще какое-то время будет без баночки. Я выживаю. Убивать надо. Я пошел. Я поднимаюсь. Нет. Надо было тебе подождать немного, Сиена меня поднять. Не даст. Дал. Хорош. Ох, за мной идет от Роди Хауса. Роди Хауса за мной. Так я ложу босса на себя, парни. Да, сваливайте, думаю. Палочник. Волны, бежим! 10% скорости надо. Там палки просто забили, блять. Ладно, я убил это щупальца. Я крутой? Отличный ты просто, красавчик. Спасибо. Надо всех убить. Все, я умер, блять. Просто они во мне решили стать камнем, блять, и стоять. Я подаю скорость, ты Сиена, даю скорость, беги, пожалуйста. Герой! Там ассасин зарезал. О, они начали рофлить нормально. У меня безальтернативная альтернатива. Ох, это был бы сейчас пиздец, конечно, да. Если бы лечь схватил. Можете умереть, как говорится. А меня козел запихал в портал. Фух. Да пожалуйста, выпустить! Они меня выпустили. Сидис, я не знаю, как ты будешь залезать, и придется еще круги крутить. Блядь. Сука, 64 минуты, ебаный в рот. Вообще пипец. Ну чё, ламбивовские стратки, умирайте. Умирайте. Дайте мне просто, может быть я смогу как-то забраться. Ну у меня еле-еле получилось, и то меня тут... Не, у меня не получилось, знаете почему? Потому что во мне появились две элиты просто.
Боссов там под хенсы, конечно, пофармили. Кубики хоть собирали? Кубики, конечно, пособирали на моде. Вот, нет, не выходите из портала. Они все добились. Блять, ты издеваешься. Меня выкинуло. GG. Скилл затащил. Просто это был самый сложный двок из всех, которых я катал на самом деле. Омега 131 тысяча на 25. Лучше мне выкинули нахуй. Ты топ урон. Нет, он не работает, делайте кто-нибудь другой. Это просто жесть. Сколько мы спешлов настреляли? По 300 спешлов. Господи. Мне сегодня будет болото сниться. Ух. Ну чё, все красавцы. Сейчас покажу моды. Все, господа. На этом заканчиваем. Думать надо над следующей картой. Да, это было эпично, да.